Власти Новосибирской области подписали концессию на строительство комплекса переработки отходов на правом берегу Оби. Его разместят под Новосибирском в районе села Плотниково. Предприятие позволит закрыть и рекультивировать Гусинобродский полигон. Как будет выглядеть новый завод, узнал Александр Сульдин. Ничего общего с горой мусора, которая сразу представляется при словах «комплекс переработки отходов». Завод из нескольких участков построят под Новосибирском в Раздольнинском сельсовете. Конкурсы на генеральное проектирование КПО «Правобережный» на поставку технологического оборудования будут объявлены до конца года. В соответствии с условиями концессионного соглашения КПО «Правобережный» будет включать в себя несколько зон, то есть, а именно хозяйственная зона, участок сортировки твердых коммунальных отходов, участок приема и обработки крупногабаритных отходов, в том числе строительных, участок по производству РДФ топлива, участок компостирования. Отходы с Новосибирского правобережья будут перерабатывать в топливо для цементных печей, полезные пластиковые изделия и в грунт. Защите окружающей среды особое внимание. Воду с участка хранения отходов будут очищать и используют для технических нужд. Воздух с участков попадет в атмосферу только через систему фильтров. Мы без экологической экспертизы ни шагу не сделаем, и проект не будет реализован. Вот эти опасения все сразу разрешатся после того, как проект пройдет экологическую экспертизу. А затем уже вместе с общественниками мы готовы на стадии строительства контролировать весь ход процесса. Только с теми общественниками, которые являются специалистами в сфере строительства, в сфере экологии. Завод должен появиться через 2 года. Условия соглашения. Область обеспечивает предприятие работой. Спецавтохозяйство, региональный мусорный оператор обязано превращать в полезное сырье 80% привезенных отходов. Денег из бюджета не потребуется. 3,5 миллиарда инвестирует концессионер. Деятельность и создание предприятия должно окупиться за счет тарифа на вывоз мусора. Очень жесткие условия по срокам, по требованиям. По технологиям, ну, мы рассчитываем, что наш партнер их выполнит. В итоге Гусинобродский полигон закроют, что улучшит экологическую обстановку в мегаполисе. Месяц назад состоялось подписание концессии по левобережному комплексу переработки отходов с такими же показателями и задачами. Он будет располагаться в Верхтулинском сельсовете. Вот предприятие позволит закрыть левобережный мусорный полигон, что снимет часть проблем прилегающей территории Новосибирска. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, новости ОТС.